Всем привет, ребят, с вами я, Даня Димон, и сегодня мы приехали в ТЦ-13 и на выставку. На выставку насекомых. Давай камеру. Вроде на втором ТЦ. Заходим. Всем привет! Это моя мама. Это мой папа. Это я. Ой, сейчас мы добудем. Я включу камеру. Вот, ребят, компьютерный клуб. И тут рядом. Да, сюда. Вау. Вот первый тарантул. Можно некоторых пауков на руки брать фотографии? Можно. Там молодой человек выходит, экскурсию проводит. Вот, ребят, поближе тарантул. Давай оттуда начнем. Впервые вот птицы. Как раз жуки. Еще один паук. Ребята, какие еще красиво. Смотрите, какой красивый паучок. За едой не советую смотреть. Грамм. Вот. Название. Вот паук. И вот все. Хамелеон. А где тут хамелеон, ребята? Хамелеон. Вот. Хамелеон. Сейчас я попрошу какого-то человека, чтобы ко мне хамелеона на руку посадили. Вон там человек совершился на голову хамелеона посадить. Хамелеон. Ой. Ага, тут еще много. А где? Тут паука нету. Где он? А, его, наверное, кто-то взял. О, вот он, деду Зюзу. Это птица граммополухра. Птицеед. Тут вот он маленький. А тут смотрите в домике. Домик сделал. Ребят, вот тут палочки. Палочники. А вон там еще кто-то. Вот у мальчика на руке. Ну ты поставь подальше. Его не видно, видишь там? Он как паук настоящий. Пошли вон туда. Вон там большой какой-то. А тут кто-то, не знаю кто. О, это кто? О, это его чешуя. Это чешуя. А вот тут... Тут никого... А, вот тут паучок. Тут никого нет. Хамелеон большой. Да. Мам, пошли попросим мне на руку у кого-то. Мам, я хочу змейку на ручку. А где? Вот это вот. Но... Не. Мам, давай попросим. Мама, давай попросим. Я не боюсь. Это все тарантулы, смотри какие. Я хочу тарантула на руку взять. О, тут где-то скорпион. Ребят, приезжайте сюда. Тут вообще, смотрите, его коза. Вот он. А вот тут умер паук. Либо спит. Моя мама держит таракана, а я буду паука. Все, дайте себе сотку. Я тоже боюсь. Дэвис, сфоткай тебя. Даня, бери телефон. На лицо посадить могу. Не надо, на лицо. Не надо, не надо, не надо. Не-не-не, я
Я таракан буду. Давайте. Спокойнее, а, таракан. Хочешь? О, боже. Таракана можешь подержать. Смотри, какой таракан. Да, ну, держите. Я боюсь таракана. Я как будто не боюсь. С картошкой пожарить можно? Нет. Это в Таиланд надо ехать. Ребят, вы видели мой рот? У меня прям на руке. Сейчас змейку буду держать. Белую. Моя мама хамелеона держит. А можно змейку поймать? Ребята, вон он живет. А это шкура. Страшно тебе? Не бойся. Боже, как страшно. Вон он на сумке на твоей. Он не кусается, Аня? А что это за вид змеи? Это калифорнийская змея королевская. Это не кобра? Кто это, питон? Да, кобра. Кто это? Удав? Змея королевская. А, просто змея? Змея, да. Они вырастают до полтора... До полтора, пожалуйста, до свидания. Будешь держать? До полтора метра. Живут лет 15-20. О, она такая мягкая. На, держи. Да, не могу. Держи. Держи, Дань. Я хочу сфоткать просто. Она такая мягкая, прикольная. Да? Да. Куда ползёшь? Мягкая змея. Ой, какая мягенькая. Куда правда ползёт? Мягенькая. И они не кусаются, да? И они не кусаются, не бойся. Дай пусть тебя поцелует. Красиво. Офигеть. Посмотри, какой. Почему я хочу вот этого паука? Хочу вот этого. У него мягкая чешуя. Ну вообще кусается на природе, а это кусается. Это точно не стал, да? Уже все зубы. Он только царапается. Смотри, какие глаза красивые. С ума сойти вообще. Подстрижка. А вы стрижете ногти? Царапается. А вон тут паучок. Вот так. Видите? Тут прям... Капец, тут он большой! Он, походу, кого-то съел. Видите, у него вон там кружок. Либо беремен. Беременна. А тут паучок спокойненько так сидит. Что это за тарантул? Вот это. Ты вот этого держал? Нет, я другого вроде держал. А, да, я этого держал. Тарантул. Тарантул убиваешь. Я не понимаю, ребят. Если вы увидите, скажите мне, но я... Я его заметил. О, боже, ребята, вот. Видите? Капец. Боже, мне страшно. Назад, смотри. Еще назад. О, еще назад. Да, еще назад. Наверное. Голову. Дань, ты как? Дань, ты жив?
Так жутко. Заберите его, мне страшно. О, он нагадил на тебе. Скорее всего, я на него. Нет, я хочу еще богомола. Хватит, хватит. Ну что тебе? Давай богомола. Да. Нет, эти дают. Ну, палочки богомолы. Это палочники. А, вон. Да, это там даже. Где там? Там, на выходе. Нет. Я хочу палочника. А можно палочника? Вот это вот. Палочники. Хорошо. Я хочу увидеть, как он цвет меняет. Здесь много просмотров будет. Ребят, поставьте лайк. Вы видели, что я его набрал на лицо посадил. И на руку брал кучу раз. Сейчас будут этого демона брать. Понимаете, как мне страшно? Палочники. Какие-то стрёмные фигни. Очень страшно. Очень и очень и очень. Монстр какие-то. Таракана в руке держал. Змею. Мне змея больше всего понравилась. Она медленно ползает. Крутой пацанчик. Какие они красивые. Хамелеон маленький. Страшно, очень страшно, очень. Я жду, ребята, когда мне дадут палочник. Какой-то отмышки ребята. Взрослые особи, гаусиди, крупный паук, птицееды, размах лап до 18 и добро до 25 сантиметров тела до 80 сантиметров. Ребят, сейчас я палочка на руку посажу, и на этом скажу всем пока. Либо стоит, либо... Не бойся, не бойся. На меня... Вот он, хамелеон большой, может хамелеона взять. Да. Вот так вот все сверху выглядит, вот так вот все с меня. Паучки, паучки. Так, на втором... Кстати, ребят... Галерея в ТЦ на втором этаже, запомните. Пойду змею, пойду палочник, палочники. Как повесил?
Вон, да, языком. Нельзя так делать, не дергайся. Марипон лапку поставил. Сава, Сава, ты не боится же. Руку держи, да. Ну-ка. Сейчас это уже держать. Ну, Вася. Сава, это Вася. Сава, иди Васю подержи. Кирилл, отпусти, не трогай. Давай, не бойся. Он очень боится. Иди, Вася. О. Сиди, сиди. Крутой. А он свет же умеет менять, да? Да, не, вот так вот. Сава, Сава, где скорпион ты нашел? Скорпион. Можно погладить? Да. А он без этого, без жала. Всем пока. Я. На видео, на фото. Да, всем пока. Все, пока-пока, с вами был я, Данил, и сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь, всем пока.